Если вы до сих пор думаете, что для меня, как для блогера, Инстаграм – это источник заработка, вы глубоко ошибаетесь. Блять, это просто, это вся жизнь, это душа, это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю грёбаные 5 лет подряд. Что там по стадиям? Какая должна быть первая стадия? Отрицание?